Ну что, время кушать? Время кушать? Все, всем кушать сейчас. А у нас сегодня отварные желудочки. Гусь, это тебе, не стесняйся. Бегуся, подожди, тебе дам. Бегусь, Вега, вот твоя порция. Донечка, и тебе, миленькая. Гусечка, кушай, 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 миленький. А то у нас к твоей миске, да, рвануло. Вега, кушай в своем месте кушай. Что это такое? Вон Донечка деликатная наша девочка. Всегда деликатно кушает. Гуся, ты что опечалилась? А если съем? Гуся, съем. Гуся, съем. Ну, хоть от жадности поешь. Ты что, желудочки куриные наварила специально. Вот молодец. Вот иногда бывает у него такое, выпендривается он. Нужно вот сделать, да, я сейчас съем. И сразу же начинает все кушать. Вот такие забавы. Девчонки-то нормально кушают. Единственная Донечка в основном всегда деликатно кушает, медленно. И у нее кто-нибудь пытается потом что-нибудь забрать. Но я этот процесс отслеживаю. Потому что всем кладу достаточно. По их весу, по их росту, по их возрасту. И чтобы не было никакой несправедливости. Да? Девчонки и мальчишка. Ну, этот кузей такой. Дуня, ты первый раз сегодня съела быстрее всех. Оголодала девчонка. Ох ты. И ты к Веге идешь. Я тут только про тебя говорю. Что у тебя пытаются отобрать. А тут и ты. О, обычно Буся быстрее всех съедает. А тут девчонки. Ну, молодцы. Сейчас малышей будем кормить, да? Сейчас малышей кормить будем.